привет! Ребята, новая задумка, новая идея. Сегодня мы будем делать красивого слоненка. Все правильно. Нам потребуется белый лист бумаги, цветная бумага разных цветов красивых, затем ножницы, клей ПВА и простой карандаш. Это все, что нам потребуется. Что нам нужно сделать в первую очередь? Сейчас я на этом белом листе бумаги должна нарисовать контур слона. То есть просто его форму, как будто тень слона. А Артему нужно из цветной бумаги нарезать маленьких кусочков. Может быть, какие-то треугольнички, квадратики. Ну, в принципе, любой формы, только разных цветов. Такие вот фигурки нужно нарезать. А затем приступим к работе. Вот что у нас получилось. Вот такого слона мы нарисовали и нарезали разной цветной бумаги. Что нам нужно теперь? Сейчас мы берем клей ПВА, намазываем нашего слоника. Так. И сейчас будем клеить вот эти кусочки нашей разноцветной бумаги на нашего слоника. И он у нас получится такой красивый, радужный слоник. Артем, давай я мажу, а ты разных цветов выбираешь цветную бумагу и выкладываешь на нашего слоника. Хорошо? Такой слон у нас получился, но осталось еще много кусочков цветной бумаги. Мы решили сделать настоящую картину. Из зеленых кусочков мы сейчас сделаем травку, желтые это солнышко, а голубые будут у нас облака. Да, Артем? Вот такой слон у нас получился. По-моему, замечательный. Как считаешь, Артём? Класс! Классный. Солнце, облака, зеленая травка и радужный слоненок. Вот наша поделка полностью высохла. Такая красивая, яркая получилась. Да, Артём? Ага. Очень классный слон. Куда-нибудь его поставим и будем им любоваться. Очень уж нам понравилось сделать такую интересную аппликацию. Ребята, кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Вот у Артема на футболке подсказка, на какой канал нужно подписаться. Нажимайте на красную кнопку, чтобы она стала серой. Вот такой, как стол. Все правильно, Артем. Нажимайте нам лайки, побольше лайков. И колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. И всем пока-пока!